Перед началом данного видео хотел бы вам показать данный канал. Здесь можно найти интересное прохождение, закажу рубрику баги, приколы, фейлы. Как видите, я уже подписан, слежу за выходом новых видео. Здесь есть прохождение Elden Ring, а также здесь проходят стримы по Лиге Легенд и очень много разных игр, как интересных и очень захватывающих. Поэтому я советую подписаться на этот канал по ссылке в описании, сделать как я, поставить колокольчик и следить за его выходом новых видеороликов, потому что это реально интересный канал, очень много познавательного вы сможете найти, также пообщаться в чатике на стримах и подписать комментарии, что ему еще пройти или предложить какие-то игры. Ссылка будет в описании. Ну что, друзья, всем привет, с вами Лейнсвуд. У нас сегодня продолжается карьера за подписчиков, уже 9-я часть карьеры за подписчиков. У нас сегодня просто офигительный матч. В этой части будет, в этой серии. Это финал The Emirates FA Cup против Manchester City. Ну, конечно же, это не единственный матч в этой серии. У нас будет еще Manchester United, будет еще Эвертон и Брэнфорд. Против Leeds United мы пропустим. У нас будет против после Manchester United матч с Лидсом. А против Бернли я уже пропустил, сейчас вам покажу. Ну, против Бернли мы сыграли более-менее, в принципе, нормально. Вот такой вот итог получился, 2-4, у нас там забил Мигу 2 гола, я 1 гол и FTS Play 1 гол, и из Бернли забил Скотт какой-то там, фамилия у него Скотт, вот. Это не оскорбление, просто у него фамилия такая, так что извиняюсь, если что. Вот, Манчестер Юнайтед у нас матч, потом мы пропускаем с Лидсом матч, мы его не играем, точнее играю я его за кадр, но... Пропускать я больше матча не буду, потому что если мы пропускаем, мы всегда проигрываем. Я буду лучше за кадром играть в матче. Это мне показал опыт. Вот. Против Брэндфорда мы играем, но я буду показывать очень мало моментов. Точнее, если даже буду показывать, то их вырежу. Вот. А против Эвертона мы играем. То же самое, что и с Брэндфордом, тоже буду вырезать моменты. И самый главный матч, финал с Манчестер Сити. The Emirates FA Cup. Это полный матч, прям все по красоте, там кубок выносит, все дела, в общем, вы все это знаете, наверное, а хотя вы это даже не видели. Ну ладно, вот. Ну что, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, прожимайте колокольчик, пишите комментарии, все дела, ссылки в описании на все мои социальные сети. Уже совсем скоро будет запущена карьера Football Manager 2022, и второй канал Lane Game в описании, и третий канал тоже в описании, там я выпускаю просто прогнозы матча, обзоры матча, кому интересно, подписывайтесь. В общем, погнали матч против Манчестер Юнайтеда. Основной состав, как обычно, будем рвать и метать. Погнали. Поехали. Ну что, матч начался. У нас встречают на стадионе Энфилда. У нас так какового стадиона, так такового нету домашнего. И поэтому мы играем на домашнем стадионе Манчестер Юнайтед. Вот. Потому что, ну, куда-то убежал Дима Гоченко. Сегодня в стартовом составе у Манчестер Юнайтед нет Роналду. Очень странно. Либо он отдыхает, либо он на травме, либо еще что-то там. Потому что здесь вроде есть тоже как сборы в сборные, но я не уверен. Поэтому либо травма, либо отдыхает, либо тренер его решил не выпускать, и он сидит на замене. Вот, а стартовом составе его не было. А замены я посмотреть не могу. Конечно, это какие они есть. Вот Айсплей пробежал хорошо. Артемий Лебач. Вот Айсплей. Кстати, насчет состава по кубку, на кубок финальный. Финал. Я сформировал его, написал в заметочках там себе, какой будет состав, в общем-то, вот. FTSplay неплохой, кстати, удар. Вот, и поэтому не переживать, все будет хорошо. На заменах будут хорошие люди, в основном составе будут хорошие люди, в стартовом составе. Так что все будет хорошо, все будет классно, замечательно, поэтому подписывайтесь и следите, вот. Потому что у нас второй сезон, потому что уже скоро будет запускаться, у нас уже близок к концу первый сезон. Уже в 10-й серии будет, наверное, скорее всего, конец сезона. И Георгий Миго забивает Манчестер Юнайтед. 23-й номер нашей команды открывает счет 1-0. Просто на одном дыхании сказал все. Вот. А так, и Георгий Миго может и обогнать Роналду, кстати говоря. У Роналду, по-моему, в прошлой серии мы зафиксировали 4 гола или 21, я не помню. По-моему, 24. Вот. Ну, если ошибаюсь, посмотрим потом. Гол забил Миго. Замечательный голешник. Очень круто. Все классно сделал. Его по красоте обошел всех и вся и туда в уголочек, где Дехея не смог достать. Очень замечательно, едем дальше. Хорошее начало. Ой-ой-ой, какая перекидочка. Алекс Телис забивает гол 1-1, и вы бы видели сейчас этот гол, ну как бы это издевательство. И конечно сам вратарь вышел, в принципе, но все же вы должны это увидеть, потому что, ну, это прям... О, Роналду, кстати, есть на поле, не понял.
походу я ошибся, извиняюсь, друзья, но вы посмотрите просто на этот гол. Ну просто это такое вот пижонство у него получилось, да и, впрочем, издевательство над нашим вратарем Виталиусом Джуниор. Тут уже и защитники не смогли ничего сделать, и вратарь сам выбежал за ворот куда-то, не знаю куда. Ну, как-то так, Дима Гоченко. По-моему, Роналдо не на своей позиции находится, если честно, мне кажется. Так. Что-то он попутался со своей позицией. ФТС плей! Нет. Так, Миго. Ой-яй-яй, ну как хорошо же была передачка, но, к сожалению. Первый тайм закончился. Ждем второго. И готовимся. Вот я иду такой крутой, типа брутальный, но нет. Ладно, шутка не удалась. В общем, идем дальше. Пропускаем еще один мяч. Это уже Кавани забивает. Капитан с капитанской повязкой он вышел на этот матч. 1-2 получается. Эдинсон Кавани. 21 номер команды Манчестер Юнайтед. Забивает Галешник. Опять Виталиус, я не пойми, куда он выходит вообще. Стой ты на воротах. Зачем ты выходишь? Какого рожна ты выходишь из ворот? Пожалуйста, скажи мне. Я не понимаю. На финал выйдет Иван Селезнев на воротах, и на заменку у нас будет Бутланд. Потому что, ну, я не знаю, я уже с Виталиуса просто, я уже не знаю. Так, хорошо, на Георгия Мигу. Блин, жалко, почему-то не удалось передачку сделать хорошую на Георгия Мигу. Нарушил Турал Мелизада против Криштиану Роналду, и Криштиану Роналду пробивает штрафной удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, Кавани, ты там чё? Спокойно. Ух. Страшновато стало на секунду. Забивает Георгий Мигу второй мяч в ворота. Манчестер Юнайтед, я уже забыл, как она называется. Георгий Мигу просто, я не знаю, машина, просто я вообще в шоке. Лучший из лучших просто в нашей команде. Я вообще не понимаю, как Роналду оказался опять-таки в защите. Там у них что, типа, тактика, что ли, все в защиту, я не знаю. Ну ладно, Георгий Мигу забил второй. 2-2. Можем выйти вперед, но не факт, конечно, но все же. 2-2 пока ведем. Георгий Мигу просто сделал дубль против Манчестер Юнайтед. И! Да почему перекладина? Ну чтоб тебя! Я мог забивать сейчас. Зада дуру. Опять оказался в полузащите как-то. Точнее, в центре поля. Ну ладно. Георгий Мигу! ФИФА! Я просто... Шок у меня, шок, хет-трик против Манчестера Юнайтеда, хет-трик еще просто, я не знаю, как сказать, я не знаю, тройной голешнище, тройной, я не знаю, просто пушка, просто, я не знаю, напишите свои эмоции в комментариях, у меня нет слов просто, я не знаю, у меня одни эмоции. 3-2, мы вырываем победу у Манчестера Юнайтеда. Фух, свисти, судья, свисти, я тебя умоляю, да. Все, мы побеждаем Манчестер Юнайтед. Я не знаю, что сказать. Лучший Мигу, лучший просто. Да, я уже даже в предвкушении финала уже себе, наверное, горло посадил. Ладно, я не могу отойти, ну ладно. Ладно, давайте. Лестер Сити, Саутгемптон 1-1, Брентфорд Астон Вилла 1-2, Альбион, Ливерпуль 0-1, Манчестер Сити, Бёрнли 2-0, Лейнфуд, Манчестер Юнайтед 3-2, Тоттенхэм, Вест Хэм 3-2, Уотфорд, Норвич Сити 1-0, Лидс Юнайтед, Ньюкасл 0-2, Вулверхэмптон, Челси 0-3, Арсенал, Эвертон 4-3. Это был 30-й тур АПЛ английской премьер-лиги. Матч я с Лидс Юнайтед за кадром сыграю и покажу вам уже результат, как мы сыграли. Ну что, погнал я играть. Ну что, у нас завершился данный матч против Лидс Юнайтеда, и Георгий Мигу на 27-й забил всего лишь один гол, 1-0. Матч против Брэнфорда. Мы выпустим второй состав. На этот матч я выпустил частично второй состав, частично первый. Вот. И на этот матч я выпущу, возможно, ну да, как возможно, полностью второй состав. У нас 25 голов у Георгия Мигу. Еще чуть-чуть, он будет на первой строчке. Вот, до третьей строчки нам, в принципе, недалеко. Манчестер Юнайтед должен проиграть какой-нибудь свой матч. Мы, допустим, выиграем Брэнфорд. Допустим, выиграем Эвертон. Выиграем еще пару-тройку. Но Манчестер Юнайтед обязательно должен проиграть, чтобы мы выбрались на третью.
Вот, ну что, погнали матч против Брентфорда, выпускаем второй состав. Начался матч у нас с Брентфордом. Многие меня спрашивают про карьеру за Брентфорд, FIFA 14, FIFA 22. Она накрылась, я вам отвечаю. Наверное, какой раз я отвечу сейчас? Я отвечал лично нескольким уже людям. Вот. И как бы она накрылась, да. Но официальное заявление на канале не делал, поэтому все спрашивают. Она накрылась, вот. Руби Вилсон неплохой удар, и поэтому как бы за нее, за Брентфорд карьеры больше не будет. Кушка накрывает счет в этой встрече, 0-1 вернее, 9 номер. У него, кстати, по-моему, 4 гола за команду, или 3, если я точно не ошибаюсь. У меня уже 4, кстати, прибавилось. Это из-за матча Кушка единственный забил в этом матче, 38-я минута встречи 9 номер нашей команды, у которого я уже вспомнил 4 гола, посмотрел его, у него сколько он голов, вот. Потому что я записываю у каждого сколько голов, вообще, в принципе, в заметках и так далее. Вот, в общем, Лидс Юнайтед, Вест Хэм 1-1, Вулверхэмптон, Уотфорд 2-1, Манчестер Сити, Эвертон 0-0, кстати говоря, Ливерпуль, Тоттенхэм 2-2, Норвич Сити, Арсенал 2-0, Лестер, Бернли 1-0, Брэнфорд, Лэнс 0-1, Сунгентон, Ньюкасл 0-1, Челси, Астон Вилла 2-3, Манчестер Юнайтед, Альбион 2-0. Манчестер Юнайтед не проиграл, к сожалению. Ну что, мне очень интересно, кстати говоря, знаете, что посмотреть? На какой строчке находится Ньюкасл в моей карьере? Очень интересно посмотреть, для справки так чисто. Так, Ньюкасл находится на 17 строчке, кстати, приблизительно где-то так. Тоже почти. Тоже приблизительно около этой строчки находится у Мигуэла. Но они уже будут, наверное, скорее всего, 15-м, если его не уволят. А в реальной жизни они находятся на 15-й как раз таки. А у нас Брентфорд на 15-й. Погнали. Эвертон. Это пробежка чисто будет, наверное. Но это не точно. И уже дальше финал. Погнали. Хорошо, ой-ой-ой, как хорошо. Это уже у меня 5-й гол получается. Или 6-й даже. Мигу мне какую передачку-то выдал. Вы только посмотрите на этот повторчик. Просто какой навесик хорошенький. Просто бодренький вообще. Реально крутой и точный на мою головочку. Головушку, вернее. На мою бошку. Ладно, что-то не туда у меня ушли слова. 1-0. Эвертон. Обыгрываем пока что. И после первого тайма посмотрим, как играет у нас Манчестер Юнайтед. Как говорится, это традиция. Виталиус на воротах, мы обязательно пропустим гол. Это Тоссун забивает. Эвертон. 1-1. 1-1. Я вообще хотел передачку обратно вернуть, но как бы... Опять залагал на Виталиусе у меня кнопка, залагал и как бы да. Сказочный долбоёб. Ладно, продолжаем. 1-1, уже скоро первый тайм закончится. Пропускаем второй, Тоссун уже. 2-1. 1-2. Это уже какой-то странный голешник, как бы мы оборонялись. Давайте лучше смотреть повтор. Мы оборонялись, но Тоссун как-то сумел забить. Ну, опять же, Виталиус на воротах, традиция. Нам обязательно будут забивать каждый матч, если Виталиус на воротах. И погнали второй тайм уже. Посмотрим, как там изыграл Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед пока голов нету у них. Астон Вилла, Норвич Сити уже 1-0. Ньюкасл проигрывает Лестеру Сити. Арсенал Манчестер Сити. Ой, Арсенал Ливерпуль 0-1. Ну, в общем, пока так. Матч заканчивается этой FTS-плей. Ну, вот как мы пытались уже в этот мяч воткнуть в их ворот, не получается. Ну что, угловой последний шанс что-то да либо сделать. Георгий Миго головой своей ничего не смог сделать, к сожалению. Мы проигрываем Эвертону. Порой кажется, что мы играем как какие-то ложки. В принципе, логично. Хотя выигрываем какие-то топ-команды 3-2 в концовке встречи. Какие-то Ливерпуль, как мы играли с Ливерпулем, как мы играли с Манчестер Сити, как мы играли с многими топовыми командами. Мы играем с Эвертонами, с какими-то еще, ну, Вулверхэмптоном. Ну, вообще... В общем, Вулверхэмптон я еще могу понять, Вест Хэм тоже могу понять, ну, какие-то еще другие по типу этих команд, ну, тоже Эвертон тоже могу понять, но все же. Это не самый прям топ, но ладно. В общем, у нас матч финальный, с матча Сити, надеюсь, все будет хорошо. Погнали. Ну что, друзья, финал, я выстрелил состав, покажу вам сразу его. Вот такой вот состав. Иван Селезнев на воротах, Руби Вилсон вместо Руслана Борисова. Вместо Димы Гочина, Кособор, Шижек, остальное все осталось неизменным. Георгий Мигас с капитанской повязкой выйдет на этот матч. Ну что, друзья, погнали. Финальный матч против Манчестер Сити в Кубке за Эмирейтс ФА Кап. Все,
Погнали. Фух, это стадион, кстати, не Манчестер Сити, а Тоттенхэма. Все, наслаждайтесь этим моментом, друзья. Ну что, начинаем этот матч финальный против Манчестер Сити. Знаете, у меня какое сейчас чувство, просто чувство максимально какой-то ответственности, типа, что, типа, если проиграем, ну все, конец, тогда второго сезона не будет. Ну ладно, шутка. Конечно же, FTSplay, кстати, бежит неплохо, FTSplay. Понимаете, в чем такие матчи важны. Кстати говоря, FTSplay опять хорошо бежит. Я извиняюсь за пролагивание, эта игра сама, эмулятор виноват, это не я. Я даже когда просто без записи играю карьеры, столько... Георгий Мигу хорошо было сейчас очень. Просто без записи играю карьеры какие-то, дохожу до финала, проигрываю, мне становится так обидно, я шел к этому столько времени. Да, допустим, я многие матчи скипал, но ответственные какие-то крутые я играл. Вот. И поэтому становится очень грустно. Поэтому. А это целая история, это целая серия карьер на моем канале. Для вас это очень, я смотрю по вашим комментариям, это очень для вас нравится вам. Это что-то для вас стоит. И я видел, как вы хотели быстрее финал, чтобы я сыграл в FTSplay с гол 1-0. Друзья, я буду максимально громко кричать, потому что это финал. Я извиняюсь, но все же 0-1, мы выходим вперед. FTSplay, 14 номер нашей команды, выводит нашу команду вперед. Фух. Так держать. И дальше. Молодец. Емигу подхватывает от Мерезада Турола и бежит. Просто бежит, никого не видит. Не обходит, к сожалению, кто это у нас там был, я не знаю, кто это у них там играет в защите. Какой-то странный чувак там был. Вот. Пока мы ведем 0-1 с помощью гола FTSplay. 0-1, замечательно. На какой минуте я не запомнил, но 0-1. Охренеть, что это за гол Георгий Мигу. 0-2. Все, Де Брюйне, иди домой просто, иди домой. Что ты здесь ходишь? Иди домой в свою родную гавань. Тебе здесь не место. У нас новый герой, это Георгий Мигу, новая легенда. Просто иди домой. Все. Это просто офигительный гол. От перекладины в ворота. Я думал, ну, наверное, перелетит и улетит куда-нибудь. Но он залетел. Залетел этот голешник. Де Брюйне, все, Манчестер Сити, идите домой. Все, что вы здесь собрались? Давайте, идите домой. Все, отдыхайте. Это для вас слишком сложно. Для вас это невозможно, друзья. Давайте, все. Что, атаковать решили? Не надо. Мерезада Турул сейчас отнимет, все сделает по красоте. Так, Мерезада не отнял, кстати. А, отнял, кстати. Нормально. Все. Все, давайте уже третий забивать. И пускай Манчестер Сити гуляет, идет домой. Потому что уже, наверное, их заждались дома. Так. И можно забивать. Георгий Мигу еще. Прилетел, к сожалению. Дачка получилась. Георгий Мигу. Мигу, ты где? Жалко. Вратарь берет в руки. Эдерсон. Ну что, 0-2? Думаю, все, это победа, ребят. Можно даже ничего не делать, но можно забить третий, конечно, и поставить точку. Георгий Мигу, ты что, перебежал мяч? Уже мяч за Георгий Мигу бежит, а не сам. Георгий Мигу с мячом. Да. 0-2. Все, мы выигрываем, ребята. Мы выигрываем этот кубок. Мы везем этот кубок, да, мы везем его домой. Павел Федоревич просто очумеет, радуется, все радуются. Просто мы везем этот кубок домой. Мы везем его домой. Я не знаю, сколько раз еще я это скажу. Просто это история, ребят. Это легендарная история, которая навсегда останется на моем канале. Потому что я многие видосы удалял на своем канале, но это останется навсегда в сердце и вообще навсегда. Просто давайте смотреть награждение. We'll be right back.
же, друзья, финал, финальный матч, The Emirates FA Cup завершился, как такового награждения не было, просто медальки дали, я думал, кубок будет, ну ладно. Но это все же хорошо, это просто замечательно, мы привезли домой трофей. Вот, думайте так, мы привезли его домой, мы победили в The Emirates FA Cup. Мы просто, я не знаю, я сейчас... Ну, я не думал, что мы реально победим в финале. Думал, все как обычно сорвется, не знаю, опять что-то не так случится. Ну что, друзья, мы взяли этот кубок против Манчестер Сити. Финальный кубок The Emirates FA Cup. И что хочу сказать, это было просто нереально. Мне очень реально... Я даже не знаю, у меня нет слов, я играл эти матчи с душой, я вкладывал в свою душу, я орал как ненормально бывало. Вот такие матчи у нас остались. Так, где они? Так. Это у нас получается финал. Так, у нас матч с Тоттенхэмом в следующей серии. Да, с Тоттенхэмом в следующей серии. Потом, так, это Лига Европы, я не туда зашел. Потом у нас матч с Норвич Сити. Потом с Уотфордом. Так, это финал у нас тут. Кстати, кто в финале? Ого, ПСЖ Интер. Это во сне, даже не приснится. А тут кто у нас в финале? Кто в финале Лиги Европы? А, финал еще не сформирован. Так, потом против Саутгемптона и уже финальный матч у нас против Вулверхэмптона. В общем, я не знаю, выйдем мы на третью строчку, но надеюсь, хотя вряд ли. Вот посмотрите просто таблицу, на какой мы строчке в карьере сейчас находимся. Ну, вряд ли мы выйдем на третью строчку. Это надо, чтобы Тоттенхэм проиграл. Это надо... Ну, мы Тоттенхэм, естественно, если сможем выиграть, что он проиграет. Это надо, чтобы Манчестер Юнайтед проиграл. Еще, конечно, 4 матча впереди, но все же. Надеемся на чудо, но вряд ли. Надо будет почитать. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Лейнфуд. Увидимся. Спасибо большое всем, кто смотрит, комментирует, ставит лайки, подписывается на мой канал и ставит колокольчики, и все в этом духе. В общем, мы взяли финал, это случилось. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Лэнь.